Добро пожаловать! Сердечно приветствую вас в видео о новой криптовалюте Swisscoin. Рада, что сегодня вы узнаете о ваших возможностях создать с ней самые высокие доходы. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы сможете их задать, связавшись по контактам, указанным ниже. И сегодня я рада представить концепцию Swisscoin. В течение следующих 20 минут мы остановимся на нескольких моментах. О компании Swisscoin, кто она такая, ее гениальные продукты, рынки и маркетинг, достижения компании, предлагаемые ею возможности успеха. Наконец, мы обсудим, с чего лучше всего начать сотрудничество с Swisscoin. Практически всю свою историю человечество занимается торговлей. Можно сказать, что именно торговля определяет благосостояние наций и отдельных частных предпринимателей. Традиционные деньги, которыми мы расплачиваемся за товары и услуги, появились многие столетия назад. Вначале они имели натуральную форму, например, ракушки или зерна. Затем они приняли вид монет и банкнот. А сегодня повсеместное распространение получили банковские карты и электронные виды платежей. Таким образом, банки имеют возможность постоянно отслеживать и контролировать систему денежного обращения. С другой стороны, сегодня более чем 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к традиционным банковским услугам, даже к самым простым и необходимым. И сейчас мы хотели бы представить вам оригинальное и интересное решение вышеизложенных проблем. Это важно не только из-за стремления банков и финансовой олигархии к глобальному контролю, не только из-за того, что масса наличности в обращении постоянно растет. Главная беда в том, что мы с вами в такой системе имеем все меньше и меньше свободы. Мы каждый день сталкиваемся все с новыми проблемами, пытаясь сохранить и приумножить наши сбережения. И дело здесь не в недостатке денег, как может показаться на первый взгляд, и не в том, что кто-то получил от родителей богатое наследство, а вы – нет. И не в том, что кто-то имеет большие доходы. Большинство из нас не может выйти за пределы порочного круга. Мы буквально крутимся, как белка в колесе. Но как из него вырваться? Возможно ли жизнь, в которой будет меньше забот о финансах и больше финансовой свободы? Сегодня мы постараемся ответить именно на этот вопрос. Уже многие годы финансовые эксперты задаются вопросом, существует ли лучший путь? Возможно ли построение цифровых, беззатратных платежных систем, создание цифровой валюты, которая будет лишена недостатков традиционных денег? В 2008 году человек под псевдонимом Сатоши Накамото, переосмыслив этот вопрос, пришел к выводу, что сегодняшний цифровой мир требует иного подхода к деньгам. Он изобрел революционную технологию блокчейна и назвал новое средство обращения криптовалютой. В этом же 2008 году появилась первая в мире криптовалюта биткоин. С этого момента криптовалюта начала свой стремительный взлет, сумев уже в 2009 году до некоторой степени стать ответом на вызовы мирового финансового кризиса. Эта новая валюта была независимой от центробанков и правительств. Она подошла на роль универсального платежного средства для всего мирового сообщества. Криптовалюта обеспечивает достаточную прозрачность всех проводимых и финансовых операций. Каждая из единиц имеет свой индивидуальный номер. Участники компании Swisscoin могут участвовать в эмиссии, то есть в росте стоимости данной криптовалюты. Она не подвержена инфляции, поскольку количество монет заранее определено алгоритмом. Я хочу представить вам компанию Swisscoin. Не случайен тот факт, что штаб-квартира компании находится в кантоне Цуг в Швейцарии. Swisscoin создана идейными, финансовыми и техническими вдохновителями, которые ответственны за очень многие инновации в области криптовалют, блокчейна и сопутствующих технологий. В отличие от других компаний, занимающихся эмиссией криптовалюты, Swisscoin работает на самых перспективных рынках и включает в свой штат наиболее сведущих и компетентных специалистов. Можно сказать точно, что сегодня Swisscoin предлагает вам беспрецедентную, единственную в своем роде возможность. И ее нельзя упускать, поскольку такого шанса уже больше никогда не будет. Если проследить развитие биткоин, можно заметить, что его цена в определенный момент времени достигала более 1000 евро за единицу.
Неудивительно, что те, кто покупал биткоины в начале развития, стали миллионерами к 2014 году, всего за 5 лет. Можно также припомнить историю Ласло Ханича, который купил в 2010 году две пиццы за 1000 биткоинов. Тогда это соответствовало всего лишь $24 США. А сегодня стоимость 10 тысяч биткоинов примерно равна 4 миллионам евро. Еще одна интересная история произошла в Австралии. Местный житель приобрел в 2010 году 4 тысячи биткоинов примерно за $1000. Затем он благополучно забыл о своей покупке, а 4 года спустя приобрел за эти биткоины особняк стоимостью под $900 000. Теперь вы можете себе представить, какие возможности таятся в новой криптовалюте Swisscoin сегодня? А теперь факты и только факты о новой цифровой валюте Swisscoin. Запуск состоялся 1 мая 2016 года. 6 дней спустя в компанию пришло уже более 20 тысяч участников. Swisscoin является безопасной и надежной криптовалютой. 200 миллионов свискоинов будет презентовано в качестве подарков нашим участникам за бесплатную регистрацию. Первый миллион участников, зарегистрировавшихся в нашей системе, получит по 100 монет в качестве приветственного бонуса, а также по 100 монет получат компании и магазины, которые у нас зарегистрируются. Партнеры нашей команды будут обеспечены всеми необходимыми инструментами и каналами для продвижения и торговли криптовалютой. Это будет не только продуктивно, но и увлекательно. Участники Swisscoin могут приобретать обучающие пакеты, цена на которые стартует от 25 евро. Они включают в себя определенное количество токенов, жетонов для добычи монет, которые в свою очередь впоследствии могут быть использованы для получения прибыли. Штаб-квартира компании Swisscoin находится в Швейцарии. Специалисты компании являются гражданами этой страны. Компания зарегистрирована в соответствии со строгим швейцарским законодательством. Конечное число монет Swisscoin, как я уже сказала, будет ограничено 10 миллиардами, что обеспечивает по умолчанию защиту от инфляции. Swisscoin принимает участие в формировании будущего цифровых валют и в следующие годы, как вы знаете, будет значительный рост в сфере цифровых платежных систем. Что касается непосредственно Swisscoin, то реалистический прогноз роста следующий. От 30 евроцентов в 2016 году до 10 евро 4 года спустя в 2020. Уникальным в данной деловой возможности является то, что Swisscoin является совершенно новым, инновационным, безопасным и надежным предложением на рынке криптовалют. Блокчейн Swisscoin будет запущен 4 июня 2016 года в 12 часов. Swisscoin будет распределять криптовалюту следующим образом. 1% получат разработчики технологий компаний, 1% – инвесторы, 18% – персонал и специалисты компании, 80% всех выпущенных монет получат обычные люди, как вы и я, и не какие-нибудь там миллионеры. Участники также будут сохранять за собой 98% прибыли. Новые партнеры, которые зарегистрируются в нашей системе сейчас, сразу же поймут, какие выгоды дает низкая стоимость майнинга добычи. Сразу после старта майнинга 4 июня сложность майнинга будет невысокой и, соответственно, цена монеты очень низкой. А со временем цена, конечно же, будет расти. Так цена на один биткоин возросла с 10 центов до $1200. Независимо от спроса и предложения, Swisscoin в следующие годы будет предоставлять открытую торговую платформу. Именно поэтому сейчас уже на старте компания привлекает торговые площадки и бизнесы. Криптовалюта – это деньги будущего. Новая криптовалюта Swisscoin станет будущим онлайн-расчетов и самым горячим деловым и финансовым предложением следующих 2 лет, тогда как биткоин – подошел вплотную к пределу развития 21 миллион монет и потерял свою инвестиционную ценность. Современные алгоритмы, используемые Swisscoin, позволяют выпустить до 10 миллиардов монет, что дает всем нам в 500 раз более значительную деловую возможность.
Явное отличие от биткоина состоит в том, что ему уже 7 лет, а за это время криптотехнологии сделали большой шаг вперед. Программное обеспечение, используемое швейцарской компанией, имеет значительные преимущества. Предполагается, что в июле в личном кабинете участника станет доступна торговая платформа и внутренняя биржа. Эта единая полнофункциональная платформа обеспечит всех участников самым необходимым. Когда 30% от количества монет с Bitcoin будет добыто, компания выйдет на биржу, и они будут свободно торговаться на рынке. Что это значит для вас? Это значит, что вы сможете выполнять с ними любые операции по своему усмотрению. А как это работает? Компания предлагает обучающие пакеты по трейдингу на рынке криптовалют, информацию о которых вы видите на экране. Каждый из них включает в себя определенное количество токенов, жетонов, которые можно использовать для майнинга, то есть добычи монет с Bitcoin лично для себя. Ознакомительный пакет начального уровня «Новичок» бесплатен, а вершина линейки – пакет «Криптодиректор» стоит 15 тысяч евро. Пакеты различаются по количеству сплитов и по уровню допуска к академии. 25 евро – это единоразовая оплата за активацию любого платного пакета. Для тех, кто заинтересован участвовать в маркетинге, предусмотрен целый ряд приятных бонусов. Давайте остановимся на них подробнее. Компания предоставляет директ-бонус за прямые продажи в размере 10% от стоимости всех обучающих пакетов, реализованных по вашей ссылке. Их возможное количество ничем не ограничено, но не рекомендовано, если вы намерены достигнуть высшего ранга и получить даже квартиру на ваш выбор от компании. Далее существует бонус под названием «Быстрый старт». Если вам удастся в течение 30 дней с момента старта довести показатель бизнес-оборота BV в 5000 единиц, одна единица соответствует 0,8 евро, а также непосредственно привлечь как минимум двух партнеров с пакетами «Тестер 50» и выше стоимостью 50 евро по вашей ссылке, то вы получите в награду 500 евро. Если же сможете сделать 10 тысяч BV, то вас ждет даже 1000 евро. Вот такой быстрый старт. Кроме того, Swisscoin предлагает командный бонус в размере до 22%. Для того, чтобы его получить, вам нужно, опять же, непосредственно привлечь двух партнеров минимум с пакетами «Стажер 25» стоимостью всего 25 евро. Матчинг-бонус или бонус за заслуги партнеров выплачивается до 11 уровней вашей организации. Чтобы квалифицироваться на этот бонус, вы должны иметь пакет не ниже «Тестер 250» за 250 евро, а также двух прямых партнеров с пакетами не ниже «Тестер 50» на данном уровне. Следующий бонус – выплаты из бриллиантового фонда. Это специальный бонус, позволяет отметить карьерные заслуги наиболее выдающихся участников. Интересно, что в Swisscoin вам достаточно выйти на любой карьерный уровень всего один раз, после чего вы автоматически останетесь на нем без возможности понижения, но с возможностью повышения. Точно так же и с уровнем комиссии, который вы получаете, достиг однажды, удержал за собой навсегда. Это пожизненная квалификация, достаточно всего лишь оставаться активным участником компании, чтобы сохранять за собой заработанные комиссии и бонусы. Это очень интересная, можно даже сказать, гениальная система поощрения. Более подробную информацию о бонусах и карьерных уровнях вы получите на вебинаре по маркетингу для зарегистрированных партнеров. Мы подробно изложим условия выхода на тот или иной уровень. Уровень нефрит от объема 1000 BV и минимум 2 партнера в первой линии. При этом возможно получение бонусов, если вы удовлетворяете соответствующим критериям. Вы видите на экране различные позиции от нефрита до рубина, а затем от изумруда до синего бриллианта. Все они требуют выполнения нескольких критериев.
Параллельно вы квалифицируетесь на получение бонусов и прочих видов признания ваших достижений. Мероприятия компании, на которых получат признание все достойные участники, будут проводиться дважды в год. Далее идут уровни «Зеленый бриллиант» и «Пурпурный бриллиант». Вся информация представлена в таблице. Далее вы видите «Красный бриллиант» и «Черный бриллиант». Как видите, Swisscoin предлагает богатые карьерные возможности, а также достойные вознаграждения для тех, кто умеет добиваться поставленной цели. При этом не имеет значения, когда именно вы зарегистрировались в качестве участника компании. Вы можете просто использовать возможности системы после регистрации, которая бесплатна для вас и ваших партнеров. Но для того, чтобы получать прибыль от участия в системе, вы даже не обязаны привлекать партнеров. Вы можете просто приобрести некоторое количество свискоинов, а потом богатеть как инвестор за счет роста цены на них, продавая их в любое удобное для вас время. Данный план дает все возможности для получения хорошей прибыли. Самый высокий уровень – двойной черный бриллиант. Дает массу возможностей. Опять же, если вам не хочется, то никто не заставляет вас получать все эти уровни. Вы сами выбираете свою стратегию. Можно просто выбрать подходящий пакет, бесплатно зарегистрироваться в системе, а уже потом, если будет желание, достигать различных высот. Здесь можно взлететь как угодно высоко, стоит только захотеть. Можно развивать доход, только обладая определенным количеством монет или дополнительно как партнер компании, являясь спонсором или наоборот. Убедительно рекомендую вам поближе познакомиться с данным деловым предложением и возможностями создания прибыли и карьерных достижений. Размер вашей прибыли будет зависеть от роста и развития криптовалюты Swisscoin, от выбранного вами пакета и, соответственно, от количества получаемых вами монет и, конечно же, от вашего успеха продвижения продуктов компании. Если учесть, что темп роста количества участников уже на момент предзапуска составляет от 2000 до 5000 человек в день, то можно представить себе, какое бурное развитие ожидает нас в ближайшие годы. Почему предложение от Swisscoin так интересно? Если вы ищете какие-то простые, понятные и прозрачные возможности для того, чтобы поправить ваше личное финансовое положение, если у вас есть то, чего хотят и в чем будут нуждаться люди в ближайшем будущем, то это именно то, что вам нужно. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. Первые 2 миллиона участников Swisscoin получат приветственный бонус в 100 монет. Все пользователи получат полнофункциональный личный кабинет. Регистрация бесплатна, а минимальная стоимость продукта составляет 25 евро. Это поистине народная криптовалюта. Это деньги для людей, а не для банков и миллионеров. Обучающие продукты очень просто приобрести. В момент предзапуска можно оплатить банковским переводом или биткоинами, или при помощи платежных систем, которые со временем будут предложены компании в зависимости от вашего местонахождения и личных предпочтений. Монета Swisscoin определенно может быть интересна многим людям. Здесь очень легкая бесплатная регистрация всего за пару кликов. Она останется бесплатной и в дальнейшем. До начала открытых торгов каждый участник может хранить свои Swisscoin в бесплатном кошельке, а безопасность хранения будет обеспечена высочайшими стандартами швейцарских банков. Хочу предложить вам самую надежную на сегодняшний день стратегию управления активами, общепринятую и рекомендованную инвесторами-экспертами. 30% вашего инвестиционного портфеля рекомендуется по-прежнему вкладывать в недвижимость, исходные с ней активы. 30% в акции. Еще 30% советуют хранить в виде ценных металлов. Всего 5% стоит держать в виде банкнот, и оставшиеся 5% следует превратить в криптовалюту, такие как биткоин, ванкоин или свискоин. Конечно же, вы понимаете, что в данном случае речь идет об активах с высокой спекулятивностью и высокой степенью риска. Поэтому вкладывать в криптовалюту можно только такие средства, потеря которых не станет для вас критичной. В ближайшие десятилетия стратегия распределения активов может существенно измениться, как и все в нашей жизни, приводит к очень быстрым изменениям. Именно мы, как потребители этого рынка, и наши потребности определяют бизнес-стратегии и стратегии приумножения наших активов.
Если вы хотите быстро, эффективно, профессионально и навсегда изменить вашу жизнь и вашу финансовую ситуацию к лучшему, то вам стоит использовать этот сверхвыгодный шанс, который предлагается лишь один раз. Вас ждет реальная личная финансовая свобода, которую вы уже не сможете потерять. Используйте эту возможность. Обратитесь прямо сейчас к вашему спонсору после бесплатной регистрации и получите помощь в оплате выбранного вами пакета и начинайте уже сегодня. Свисткоин невозможно сравнить с другой криптовалютой. Благодаря Свисткоин вы сможете добиться максимально возможного роста вашей организации. Это поистине народная монета. Свисткоин – это настоящее благословение для многих людей. Это возможность, о которой мечтали очень многие. И теперь у людей есть шанс познакомиться и почувствовать это в реале. Каждый решает для себя сам, станет ли знакомство с этой криптовалютой поворотным пунктом в его жизни сейчас или нет. А если не сейчас, то может быть чуть позже. Если у вас есть вопросы, обратитесь с ними к вашему спонсору из Свисткоин, который охотно на них ответит, или примите участие в наших вебинарах для зарегистрированных партнеров. Начинайте прямо сейчас. Освободитесь от тисков финансового и денежного кризиса. Добро пожаловать в Свисткоин! Стройте ваш успешный бизнес, если вам это интересно, и получайте прибыль от роста курса Свисткоин и от роста вашей организации. Старайтесь разнообразить ваши источники дохода, как советуют эксперты. Начинайте прямо сейчас. Заложите фундамент для вашего впечатляющего будущего. Добро пожаловать в Свисткоин, добро пожаловать в будущее, которое для вас может наступить уже сегодня. До встречи на наших мероприятиях и вебинарах. Успехов!